могучий носорог вот у нас. Ребята. Сейчас вот эту птичку убьем. И посмотрим, как мы с друзьями расправимся с могучим носорогом. В конце видео покажу навыки, характеристики. Вот он стоит. Он с большим этим. На эти не одеты. На эти не одеты. Надо убегать. Могучий носорог. И можно посмотреть, сколько у него. Вот я его наложил. Сначала от повышения урона. И он ушел. Офигеть. Посмотрим, завоюем мы сороковник отсюда, возьмем или не возьмем. Выцарапаем. Здоровье, видите, у нас 6 кусков всего. Всех с наступившим Новым годом. Сейчас посмотрим. Видите, какая у него это. Я не знаю, там чепчик такой идет. Так, поставили порт. Тут только начали убивать еще. Что запустить? Ну, я думаю, сначала-то надо запустить. Для начала, а потом уже будем хранить. Дело в том, что если накладывает кто-то булю, чтобы другие не оттягивали. Но то бывает, оттягивает его. Вот и нам досталось. О, ну мы рядышком появились. Порта уже нету. Ну, тут мы играли с друзьями много. И носорогов убивали, и мамонтов. Ну, вот этот у нас чемпион. Могучий носорог. Первый в этом году с такой шапкой. Ну, приходится хитрить, под конец накладывать вот эти все, оставлять навыки на потом, чтобы в самом конце у нас хватило убить его. Вот видите, сколько там. Ну, все, накладывать надо. И удар. Ну-ка. Ничего не дали. Ничего не дали. Как будто бы я не участвовал. Хотя первую я полностью. Ну, вот такая вот. Первый неудачный носорог в этом году. Вот такая штука. Ноль написали мы. Сейчас покажу, как мы с друзьями бегаем. Главное, сильного друга, чтобы найти такой же. Ну, 6 кусков. Вот характеристики покажу. Видите, здоровье 115. Атака 217 миллионов. Мы уже имеем 196. Скоро у нас тут изменится. Значит, что здоровье не изменится. Скорость передвижения не изменится. Скорость атаки не изменится. Шанс критического удара не изменится. А, только изменится, вот атака изменится. В принципе. Ладно, побежали к нашему другу. Сейчас посмотрим, как мы воюем. Где друг? Друг вот. Вот, друзья, они, видите, собачками обозначаются. Четыре друга у нас тут. Нажимаем повышение урона и наносим. Без повышения урона, уже без ДБ, уже как бы без навыка играть мне, ну, приходится. Карта сильная, 50 на 50. Не всегда приходится выжидать, чтобы и морозную ловушку по площади поставить с ней. И остальные. Давайте морозную ловушечку туда поставим.
И попробуем его вытянуть. Первый раз они должны бегать далеко. Вот. Но видите, уже повышения урона у нас нету. Красной полосы над нами. Вот. На кого-то дикобраз чемпион. Можно посмотреть, где этот будет дикобраз чемпион. И выцарапать. И может получить повышение скорости, навык и добежать. В основном это работает. Вот так геймс собирается. Вот он наш друг. Сколько у него? 27 кусков, посмотрите. Можете имя посмотреть. Мое имя. Player 107. 290 кончается. Ну, кто зовет 107, кто 290. Ну, это неправильно, конечно. Лучше подобрать имя. Тут мы шибли. И вот сюда смотрите, как прибавляется. Вот пока бегали, появились. Ну, на этих тратить, чтобы оно же на какое-то время, эффект бури не стоит. Поэтому мы просто их съедаем так. Они другого сильного урона нам не нанесут. И мы прибежим к другому сильному животному, к черному туру, например, уже с полным. Тут на этого тоже сшибается. Вот видите, он сшиб. Этих тоже покусать. Может и неверно, да. Видите, мелкие-мелкие животные. Кто знает, никто не проводил тут рекогносцировку. Рекогносцировку, то есть знать, что пробежаться и знать, где какие животные уже. Рекогносцировку на местности. И опять видите, какие встречаются. Мелкие все, мелкие. И тут клинился тоже. Все мелочь, мелочь. Ну, вон тех можно снять. Повышение урона сначала включаем. Так. Яки. Так, вот этот тоже дикобразик. Так, друг видит, видит. Давай, давай, ешь его. Дали 3. Должно 5 дать. Дали. А вот 3-5 дали. Видите? Я не знаю почему. Вряд. Ну вот, он мощный, я мощный. Ну тут между друзьями может тоже хитрость. Кто первый начинает, начинается. Если я свой навык использую, бурю в начале, а он под конец убирает. Либо оба сразу. Тут тоже надо смотреть. Ну, мне тот с одним играл, другим. Я навыком первое снимаю, короче, а он навыком всех убивает. Ну, что-то поиграл и ушел от него. Вот этот друг нормальный, как бы. А для него, может, не надо. Да нет, он постоянно играем. Так, и морозную ловушку по площади. Не успел поставить, видите. Сбил он ее. Ну, мы так. Вот эффект бури наложили с повышением урона. Все, ништяк у нас. Так, ну-ка, сейчас накладем. Видите, повышения урона тоже нету. Если бы повышение урона было, его сразу бы все бы зарядило бы. Ладно, с прыжка с ним попробуем. Даже прыгнул, ничего не снялось. Кают-чемпион. Этого тоже опять неохота ничего тратить, потому что 6 кусков мы их даже не травмируют никак. Так, ну вот этого друг должен бить, вот видите, я как подумал, так и есть. С прыжка он его. О, чемпион этот Ирбис. А, сейчас убьет. Вот и убил.
Вот. И ничего нам не дали за него. Это плохо. Да. Так, тоже включим повышение урона и прыгнем. Посмотрим, какой прыжок у нас будет. Я не знаю, друг знает, не знает, что это. Что, по идее, не дают, когда убиваешь. Скорее всего, не знает. Он сейчас, видите, назовет. Ну, обычно играешь, и мы, получается, больше всех набиваем. И у нас вдвоем, как бы, это. Так, да, дальше. Мамонт попался. Ну, давайте мамонта убивать. Эффект бури ждем, чтобы и повышение урона, и это было. Поставим так. Если даст поставить морозную ловушку и прыжок. Когда мы прыгаем, и морозная ловушка раскрывается, то помпа удар, считайте. Двойной эффект. Можно бить, в принципе, еще. У нас, вон, видите, зеленая восстанавливающая энергия стоит. Быстренько мамонта прикончили. Около мамонта обычно порт ставится. Ну вот 197 миллионов. Скоро будем радоваться. У нас 214. Сейчас посмотрим. 214, видите, надо набить. Так, ну и давайте по скиллам посмотрим. Основные у нас навыки, значит, стоит. Вот вампирский верхний кокоть. Следующий уровень, последний, вот опять открылось неправильно, последний 13-й будет, 125 только прибавка, ауры прокачанные, повышение урона и скорости на максималке стоит, это эффект бури тоже на максимальной, и тотемы, давайте посмотрим, вот морозная ловушка по площади, 11-й, и вот следующий, вот я его качиваю, 30, ну, самоцветы даются трудно, 19-227. Ну и тут мы видели вот эти атаку. Нас зовут. Так, вот, двоих. Так, тут тоже не на скорости, видите, мы с вами переключились, а переключаемся на повышение урона. Если так 3, он 1000 сбивает. Так будет сбивать 7. Есть разница? Ну, конечно же, есть.